на летний сезон раньше обычного. Почему в Змеиногорске уже отключили отопление? Запуск отложили. Бийский сахарный завод обещают запустить не раньше 2019 года. Переменная с характерным световым бликом. Юный рубцовчанин открыл новую звезду. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Жители Змеиногорска замерзают в своих домах. По их словам, отопление отключили еще в начале апреля. Как выяснилось, проблемы с теплоснабжением города возникли в связи с задержками поставок угля из-за повышения цен на топливо. Как утверждают змеиногорцы, подавать тепло по всему городу перестали 10 дней назад. Температура в квартирах резко упала. Люди стали жаловаться во всевозможные инстанции. Звонили в районную администрацию, правительство края, через общественную приемную президента России дозвонили до главной администрации страны. Только после этого в квартирах заметно потеплело. В апреле, значит, они с 6 числа бросили это пить, котельная уже не работала. Мы в куртках спать ложились, потому что ну просто невозможно, так холодно, сыро, то дождь, то снег идет на улице. Вот так вот мы перемерзали. В администрации Змеиногорска пояснили, что проблема с теплоподачей возникла из-за повышения цен на уголь. В этом году они выросли на 25%. Кроме того, поставщики угля отказались работать по предоплате, только за полный авансовый расчет. Денег в бюджете района на закупку топлива в итоге не хватало. Но, по словам чиновников, больше перебоев с теплом не будет. Да и прежде мерзли жители 5-6 жилых домов Змеиногорска. Отопительный сезон, заверяют местные власти, еще никто не закрывал, он продолжается. Два человека погибли в результате аварии. Сегодня в Барнауле в половину четвертого утра на улице Трактовой произошло ДТП. По предварительной информации сотрудников госавтоинспекции, водитель автомобиля Lexus превысил скорость, не справился с управлением и не вписался в поворот. Водитель и пассажир погибли на месте. Еще об одном чрезвычайном происшествии сообщают сотрудники МЧС. На железнодорожных путях столкнулись два товарных поезда на магистрали Новосибирск-Барнаул. Состав, груженный углем, врезался во впереди стоящий. 9 вагонов одного из поездов перевернули. 15 сошли с рельсов. Подробности происшествия уточняются. Сахарный завод Наукограда вновь заработает в 2019 году. Об этом сообщают корреспонденты Бийского рабочего. Они отмечают, что новые собственники заинтересованы в возрождении предприятия. О чем еще пишут журналисты издания «Сибирской медиагруппы». Смотрите в обзоре. Сейчас на Бийском сахарном заводе проводят ревизию оборудования. Инспекторы, которых назначил новый собственник, новосибирская компания «Санинвест», должны составить смету вложений, необходимых для реанимации предприятия. Об этом корреспондентам Бийского рабочего рассказали в Краевом управлении пищевой и перерабатывающей промышленности. Там же пояснили, что в этом году запустить завод не планируют. Собственники отложили запуск на 2019 год. В правительстве Алтайского края такое решение связывают с резким падением цен на сахар. Если в 2016 закупочная цена за килограмм составляла 41 рубль, то в 2017 снизилась почти в два раза. Сейчас за кило дают всего 21 рубль. Работает дорожников, остались довольны, но недостатки нашли. Накануне барнаульские чиновники проехали по новым дорогам, сообщает Политсибру. Один из существенных недостатков – на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной после дождя скапливается вода. Часть тактильной плитки разрушилась. В целом же дороги, которые ремонтировали в 2017 году, находятся в достойном состоянии, заключили власти. Между тем, журналисты напоминают, что в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 44 объекта. Все подрядчики уже определены. Ремонт дорожного полотна должны завершить до октября. В краевой столице появится первая зарядная станция для электромобилей, сообщает банк «Факс» со ссылкой на сайт правительства Алтайского края. Ее установит компания «Алтайэнерго». Где будет располагаться объект, пока неизвестно. По данным открытых источников, сегодня в Алтайском крае всего 9 электромобилей. Их владельцы уверены, что за такими машинами будущее. Это не только экологично, но и экономически выгодно. Стоимость топлива растет значительно быстрее стоимости электричества. Тем более, что на рынке появляются весьма недорогие электромобили. Татьяна Голубева, наши новости. С отрывом в 11 медалей команда из Барнаула заняла первое место в открытом первенстве по тхэквондо. Помимо земляков, в нем приняли участие спортсмены из Бердска, Новосибирска и Омска. Всего на соревнования вышли 300 спортсменов от 8 до 15 лет. Барнаульские ребята сразу достойно заявили о себе. По словам президента Алтайской федерации по тхэквондо Дмитрия Савельева, алтайские спортсмены-юниоры сейчас занимают лидирующие позиции в Сибири. Эксперты отмечают высокую технику выполнения барнаульскими тхэквондистами тулей, то есть личных боевых комплексов. Кстати, в команде спортшколы
школы номер 10, которая и заняла первое место в общем зачете. Сразу 7 абсолютных победителей и в личной технике, и в спарринге они взяли золото. Юный рубцовчанин открыл новую звезду. Она находится в созвездии Стрельца и ранее не была зарегистрирована. Небесному светилу дали имя в честь открывателя — Дэн Б1. Самого десятиклассника зовут Данил Панов. Он серьезно увлекается астрономией. Юноша уже исследовал свыше 100 тысяч переменных звезд со снимков австралийского телескопа. Среди светил разглядел одну уникальную. Новая переменная звезда имеет характерный световой блик, который меняет интенсивность. Отметим, Данил совершил открытие совместно с инженерами Московского астрономического института. Они специально заказывали снимки с телескопа. Много было снимков очень просмотрено, чтобы найти эту переменную звезду. Ну, я искал не конкретно эту, а вообще любую, но получилось, что нашлась такая редкая. Вот. И, ну, проводилось все это на снимках, на программном уровне с компьютера работали. Уже в мае школьник из Рубцовска примет участие в крупнейшем международном конкурсе по астрономии, который пройдет в Соединенных Штатах Америки. И в завершении выпуска о погоде — спонсор прогноза погоды — компания «Эвалар». Черника «Форте Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники, лютеина и омега-3. Черника «Форте» для всей семьи. И даже детям с 3 лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей части территории края пасмурно, местами снег, холоднее всего в Рубцовске, 2 градуса выше 0, плюс 4 в Алейске, Белокурихе и Заринске, 7 градусов тепла, в Камне-на-Оби около 10, в Кулунде, Барнауле ясно, ветер восточный слабый, около 5 выше 0. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи!